корейцу сказал генерал: «Я отпуск на сутки тебе даю, ты больше года не отдыхал, пойди повидай семью». Тебя не узнать, в волосах седина, усталый колючий взгляд. Но поймет жена, война есть война, а ты на войне солдат. Подарки друзей взял боец с собой, консервы и рис уложил в мешок, а маленькой дочке из гильзы пустой солдат смастерил свисток. Он шел и пел о селе родном, трижды мог умереть в бою, но жив солдат, и сейчас за холмом он встретит дочь и жену свою. С ней взошел он на холм крутой, оглянулся и видит: нету села, мертвые трубы торчат над землей, черная всюду лежит зола. Он звал жену, звал дочку свою, но вдруг заметил куклу в кустах. Ему показалось, застыл испуг в стеклянных ее глазах. Он вытер слезу и сжал автомат, по спине его пробежал мороз. Безрукую куклу корейский солдат к себе в батальон принес. Сказал: этой кукле не место здесь, но иначе я не могу. Она видела смерть, пусть увидит месть, и отправился мстить врагам.